Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство, часы Amazfit Cheetah Pro. И сейчас я покажу вам, как включить или выключить режим энергосбережения. Итак, мы свайпаем вниз, ищем здесь энергосбережение, нажимаем на значок с процентами заряда, и здесь мы можем включить экономию энергии, нажав на галочку, и также выключить. И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.